Всем привет! Сегодня у нас посылочка из Китая с торговой площадки AliExpress, как всегда. Здесь у нас, не случайно, здесь у меня iPhone лежит на столе. Здесь у нас чехол для iPhone 5s. Заказывался он, естественно, для себя. Заказывал я его 13 марта. И уже, то есть сегодня что у нас, 4 апреля, и он уже пришел. То есть ни много, ни мало, но быстро. По Китаю трек полностью отслеживался, когда пересек границу Китая. Трека уже не было, но цена очень дешевая. Сейчас вот перед компьютером, как вы успели заметить, наверное, у меня новое место сейчас, чтобы вам говорить точную дату, точные цифры. Я сделал свое, так сказать, рабочее место у компьютера, то есть говорить все точно. Это улучшит мои обзоры, и вам буду достоверную информацию давать. То есть 13 марта я его заказал. Заказ сразу же принялся в обработку, то есть отправил продавец на следующий день. Чехол стоил на момент покупки 99 центов. Сейчас я скажу, сколько он сейчас стоит. Сейчас он стоит 69 рублей 40 копеек всего лишь. Но осталось 3 дня до цены 106 рублей. То есть сейчас я быстренько видео сниму, примерим его, естественно, на iPhone. И успевайте заказывать. И там разные цвета. В общем, найдете себе любой цвет по своей, так сказать, по своим запросам. Мягонький чехольчик. Положил продавец вот такую вот мягкушечку, за что, конечно же, спасибо. Вот такой вот мягонький чехольчик. Ну, думаю, на iPhone будет клево. Сейчас примерю и вам все покажу. Так, давайте пока телефон включается, я вам покажу и расскажу. Вот такой вот, в принципе, очень-очень клевенький чехольчик, мягонький. Вот тут вот все видненько, вообще шикарный чехол. Что могу сказать, советую, однозначно советую. За такие копейки я, пожалуй, даже, наверное, себе еще закажу. Сейчас вам скажу, сколько здесь цветов вообще у продавца. Тут есть желтый, черный, голубой, розовый, красный и белый. Вообще шикарное. Слушайте, блин, надо было еще больше заказать. Ну, сейчас я закажу. Так, телефон у меня включился, да? Кто найдет мой iPhone, можете его... Да, не удивляйтесь, это я на фотке. Люблю себя. Ну, конечно, люблю еще, конечно, свою же маму. Но себя поставил на iPhone. Ладно, не об этом. Так, чехол. Вот, смотрите, то есть все кнопочки полностью сделаны под телефон. То есть вот. То есть работает все абсолютно. Блокировка, все. Ну что, 5 звезд однозначно продавцу. Вам однозначно советую. То есть чехол стоит своих 64 рубля. Это вообще, по-моему, не деньги. Вот за такой шикарненький чехольчик. Так что все, спасибо за просмотр, подписываемся на канал, ставим лайки и всем до новых встреч. Пока-пока.